Мяс внес немалую лепту в победу над врагом. Именно здесь в 40-е годы наладили выпуск легендарных автомобилей ЗИС-5В. На их базе располагались те самые «катюши», которых так боялись немцы. В небо над городом сегодня в полдень взмыли тысячи воздушных шаров в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Белых журавликов, сделанных из листов бумаги, своими руками мастерили школьники со всего города. Привязав их к разноцветным шарам, дети выпустили в небо сотни символов памяти и скорби. После этого десятки школьников и студентов под марши времен войны прошлись строевым шагом по главной площади Миасса. 3 года традиции проведения в преддверии Дня Победы смотра песни и строя. Стройными рядами по площади прошагали представители 20 школ и среднеспециальных учебных заведений. Даша – ученица 29-й школы, сегодня в строю одноклассников. Она идет первой, выступая в качестве командира. Марш. Отрабатываем повороты, песню. Что труднее всего давалось? Наверное, повороты. А для кадетов из 11-й школы подобные мероприятия не редкость. Строевая подготовка изучается и отрабатывается на практике ребятами ежедневно. Занятия, да, вот? Да, каждый день строевая подготовка. Что она в себя включает? Строевые упражнения, маршировка. Оценивали строевую подготовку ребят представители ветеранских движений и управления культуры. Восемнадцать команд, 500 школьников и студентов, несмотря на капризы майской погоды, маршировали при полном параде. Чеканный шаг и боевую выправку дети репетировали несколько недель. Патриотизма и красочности в мероприятие добавила одежда участников. Уважаемые участники парада, мне приятно сегодня здесь видеть так много детей. Покажите свои навыки. Первые места были присуждены командам школ номер 20 и 29, 2 вторых места поделили 13-я и 4-я школы, а 3-е место у школы номер 18. Среди студентов средних специальных учебных заведений лидерами стали девушки в белых халатах из медицинского колледжа, 2-м признан МАМТ, 3-м колледж культуры и искусства. Игорь Каблуков, Александр Лядов, программа 24 МИАС.